я хохол, а я єврей. Вместе мы румалы, вместе кушаем мацу, вместе режем и сало. Эх, бакс, да еще бакс, да еще много-много бакс. Лучше 40 раз по баксу, чем на шару 40 раз. В шоу-бизнесе российском русских 0,5%. И поют по-русски, но каждый со своим акцентом. Тут сердючка с Украины, заяц шоколадный из Гвинеи. Есть грузины, есть узбеки, но в основном евреи. Вот, к примеру, Коля Басков вроде русской словей. И по паспорту он русский, но по тестю все же еврей. И Кристина Орбакайте тоже под вопросом. Вроде русское лицо, но что же делать с носом? Ой, вей, азохен вей, как сказал один еврей. Сразу видно по лицу тех, кто кушает мацу. И дружок ее Руссо, как Аид, известен нам. Ну какой же он Руссо, раз зовут его Абрам. Ой, Розенбаум в синагогу ходит и не стесняется. Правда, синагога-то Госдумой называется. Что вы говорите? Ой-ой-ой-ой-ой. И только Мойшелы Шуфутинский непонятно кто такой, носит бороду, как Ребе, а про степь поет, как Гой. Ну а кто же Моисеев, отгадать сумей-ка? Боря, вот он уж точно не еврей. Конечно, он еврейка. Ой, вей, азохен вей, шо не русский, так еврей. Даже если не еврей, все равно азохен вей. Эх, раз, еще много-много раз. Шоу-бизнес наш закрыт для того, кто не аид. Ромале, Чарелло, слыхаем!